Я не знаю, кто виноват в том, что происходит на Украине. Не знаю. Обидно, что просто это произошло, потому что мы так любили друг друга. Я там много снималась на Украине и очень люблю, любила туда ездить. Сейчас как-то просто не езжу. Вот. А чем закончится? Я думаю, закончится все добром. Примирением все будет хорошо. Потому что по-другому не может быть. Хорошо, а добавочка такая. Что будет с самой Украиной? Очень многие говорят, что перестанет существовать страна после таких потрясений, потому что огромная экономическая яма, политическая яма, да, раскол в обществе абсолютный, там Запад, Восток, Юг. Понимаете, надо подождать. Ведь все не делается быстро. Да, конечно, будет какая-то трагедия, наверное, она уже есть, но все закончится добрым примирением, и найдутся страны, в частности Россия, которые поддержат Украину. Потому что, как иначе?